Киселев и компания – это первая экосистема в мире коллекционирования. Это означает, что наша главная цель, наша миссия – создавать новые продукты и обеспечивать все потребности коллекционеров разных сфер, разного уровня. Именно поэтому я рад представить наш новый продукт – Киселев Арт. Аукционы по современному и ультрасовременному искусству. Тяга человека к прекрасному, к искусству, она вечна. Но современные люди еще также понимают и финансовую составляющую и перспективу искусства. В период 2020 по 2021 год современное искусство поставило рекорд по обороту по продаже картин в мире. Оно оценивается в 2,7 миллиарда долларов. На самом деле я не верю этой статистике и считаю, что коллекционный рынок современного искусства намного больше. Наш аукционный дом представляет первый онлайн-аукцион, посвященный искусству. Он включил 83 красивых лота. Конечно, я не могу рассказать про каждый лот в отдельности. Если вы еще не смотрели наш каталог, то зайдите по ссылочке в описании и посмотрите лоты внимательно, самостоятельно. Я расскажу про самые интересные. Открывает наш аукцион работы художника и каллиграфа Едитовской Светланы. Топ-лоты с 1 по 11. Все работы художник выполняет на натуральной коже, применяя или комбинируя технику авторского дриппинга и каллиграфии. Работы оформлены в раму с музейным антибликовым стеклом. Не могу не уделить внимание самому дорогому лоту нашего аукциона. Это лот номер 11. Называется он «Триптих Светофор». Многие из нас любили в детстве Лего, а некоторые и во взрослом возрасте его собирают. Предлагаю отправиться во вселенную Лего. Лот состоит из трех картин. Серия может украсить как собрание серьезного ценителя современного искусства, так и детскую комнату его любимого чада. Стартовая цена лота 900 тысяч рублей. Порадуйте себя этим красочным предметом искусства. Так, стоп-стоп. Если вы решили, что качественное современное искусство всегда обязательно стоит дорого, то сейчас мы будем развеивать этот миф. И вот у нас есть классные лоты, например, номер лот 19. Евгений Ветров, работа «Северный ветер». Качественная абстракция размером метр на метр. Стартовая цена 45 тысяч рублей. Лот 24. «Любовь». Сильная работа со стартовой ценой 45 тысяч рублей. Лот 26. Марк Кучеров. Если вы вдохновляетесь творчеством импрессионистов или любите спокойные минималистичные полотна, обратите свое внимание на лот 29. «Цветы на белом» Андрея Ковязина. Следующие два топ-лота. Аукцион находится под номерами 40 и 41. Это полотна художницы Натальи Устименко. Работы именно в этой технике находятся более чем у 30 артистов нашей страны и СНГ. Красота женского тела в искусстве вызывает у зрителей самые разные эмоции. От восхищения и благоговения до зависти и злости. Но она никого не оставляет равнодушным. Обратите внимание на эти лоты, и вас они точно зацепят. Для того, чтобы вам легче было выбирать работы для своего дома или офиса, мы изобразили их в своем каталоге в интерьере. Ну вот, например, можно каждую картину посмотреть, как она будет смотреться в интерьере. Мне кажется, это интересная такая фишечка, которая вам поможет. Вот, видите? Хоп. Еще один. Еще одну покажу. Супер. Каталогов, кстати, очень мало. Если успеете, то можете взять у нас в офисе. Помните, да, где мы находимся? Нижняя Красносельская, 35. Строение 9, лобби номер 2, и мы вас встретим. Приходите. Если вам больше симпатизирует старая школа, чьи работы находятся в российских музеях, предлагаю вам обратить внимание на художников 20 века. Про самое интересное, на мой взгляд, я сейчас расскажу. Вот, например, топ-лот номер 74. Поздняя осень. Федор Васильевич Антюхин. Годы жизни 1918 по 2008. Член Союза художников СССР. Классно, когда у тебя находится картина какого-то именитого заслуженного художника. Я в этом уверен. Федор Васильевич Антюхин работал в жанрах пейзажа, натюрморта. Основное направление творчества художника
лирический и архитектурный пейзаж средней полосы России. У нас представлен лот из частной коллекции. Топ-лоты 77, 78 и 79 тоже заслуживают вашего внимания. Называются они «Полнолуние», «Фигура в интерьере» и «Девушка со свечой». Автор этих работ – Владимир Владимирович Чекмарев. Годы жизни с 1950 по 2015. Член Союза художников Российской Федерации. На творчество Владимира Чекмарева оказали влияние такие великие художники, как Поль Сезанн, Уильям Тернер, Рембрандт Ван Рейн и другие известные художники. Владимир Чекмарев – участник многих персональных и групповых выставок в России. За границей проходили его выставки в таких городах, как Плевен, Болгария, Глазго, Шотландия, Париж, Франция и другие. Работы этого художника находятся в Ростовском музее изобразительных искусств, а также в частных коллекциях России и за рубежом. Классный бонус! К 79-му лоту прилагается искусствоведческое заключение. Вот такой короткий обзор нашего первого арт-аукциона. Я надеюсь, каждый из вас поучаствует и купит желанную картину. Представьте себе, пройдет много лет, мы проведем десятки, а может быть сотни арт-аукционов, а у вас будет экспонат с первого нашего аукциона. Только ради этого стоит вписаться в борьбу, в баталию за предметы искусства. Ждем вас на аукционе и ждем вас у нас в гостях. С вами Дмитрий Киселев. Пока-пока.